Тысячи за плечами врагов, но главный среди них богатый изначальный хип-хоп. Пускай по жизни начальник твой папик, но зачем рэп тому, чем лучший напарник? Лопатник, студия лакшери, вау, вы полный фарш дали вам. Но зачем, если строки глупы, ваш провал? Ведь именно такие лямы в рэпу прямо в тренд. А ты давай пишу, прямо веря в каждый трек, и я пишу. Прикинь, даже помню, чего ради я пишу. Так что от альбома лихорадит, я пишу. Нуждаясь в психотропном препарате, а ты в студии, чтоб показать, что снова при параде. Тексты про деньги твои, надеюсь, мозг твой не хранит. Или про то, что бабок нет тут, или просто не про них. А то смотри, как тут контракты их влекут, но рэпер должен вникнуть, пункт почет же лихо фунт. Мы сыпление враги и стремление мой гид. Мой рэп делают не студии, мой рэп делают мозги. Рэп дороже мой не будет, он дешевле, чем твой скид. Мой рэп делают не студии. Мы сыпление враги и стремление